И все мы, я поиграл мои квадраточки, сегодня опять опускаемся в андеграунд. Для того, чтобы испытать драйв в Need for Speed Underground и замутить хороший такой тюнинг тачки Toyota Celica. Очень спорный у нее внешний вид, но мы попробуем Toyota Celica действительно приукрасить, как у нас это получится. Давайте смотреть. Спасибо, что смотрели прошлое видео, за ваши комментарии, хотелось бы их больше. Мы сначала прокачиваем перформанс, то есть все то, что находится под капотом. Передняя юбочка довольно-таки быстро установили переднюю юбку. Посмотрите на результат. Мне, кстати, очень нравится. Хорошо она ей подходит. А вот задней она немного странная, немного не по стилю. Ну почему нет, если машина вся квадратно рубленная. Ну и так как угловатая и причудливая задняя юбочка будет вот так вот выглядеть. Вот такой у нас будет футуристичный автомобиль. Так, ой, как хорошо. Шикарно. А так сильно просто. Но зато хоть не раздувает машина. А вот так как-то не меняется капот. Да пусть вот так вот. Ябочи квадратычи вырисовывается нешка Toyota Celica. И мне кажется, время поставить дисочки. Но перед этим спойлер и все остальное. А если, кстати, мы еще успеем, сегодня будет тюнинг двух тачек. Причем вторая будет секретно и не совсем относящаяся к Need for Speed. Красим базу автомобиля Toyota Celica. И как вариант среди перламутров мне нравится вот этот. Интересно, довольно подходит он к этой тачке. Почему бы нет? Ой, как хорошо. Блин, мне тоже нравится. Шикарно. Шикарно. Нет, все цвета. Вот ей такие вот именно стандартные цвета, которые обычно применяются на машинах. И вот прямо он идет. Хорошо, мне нравится. Синий вполне возможно. Блин, а давайте вот этот цвет выберем. Он прям изначально мне сюда перепрыгнул. Сам подсказал. По-моему, это он. Да, это он. Мне он нравится. Как вам такой спойлер? Carbon X. В общем-то, смотрится неплохо. Машина большая. Ионик нам не может предложить таких же колес. Эти тоже хорошо смотрятся. Но маловато. Такое ощущение, что маловато. 18-й. Ой-ой-ой. Это прям пушка-игрушка какая-то получается. Тоже хорошо смотрятся. Блин, у меня почему-то вот эти зашли. Не знаю, вот так. Если порассуждать, то футуризм там в машине все-таки присутствует. Пробую подкрасить эти энки. И, наверное, стандартный цвет прям смотрится на них лучше всего. Ну, черные тоже ничего, но они сливаются с машины. Или вот такой интересный цвет. Интересно смотрится. Ну, давайте не будем выделываться. Поставим вот так. Ой, классно. Смотри, как они смотрятся. Посмотри. Передний свет, ребята, поставить нужно. Ух, айлиц. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, как классно они придумали. Лянь вообще. Вау. Ух, вольтаж. Ух, прожектор вообще. Вау. Вау. Лунар вообще, ты посмотри. Ух. Да ты шо. Подожди. Прожекторы классно смотрятся. Блин, я бы тут время от времени на этой тачке бы ездил и менял бы их, потому что очень красиво смотрится.
Ну явно не отсюда. Вот эти пусть неплохо смотрятся. Ну как-то они уродуют машину. Может вот такие затененные. Жалко, с задними такой фокус не проходит. Стоки. Стоки так томно, так приятно светят. Хорошо. Ух, как классно смотрится. Во, Гриньон. Мы должны поискать более ярче. Оранж тоже шикарно смотрится. Ой, а желтый какой. Вай. Вай. Да тут прямо любой цвет можно установить. Лайм неон пульс. Конечно же, лайм неон пульс. Кто бы сомневался. И я подкрасил суппорта. Я нашел этот цвет, и вот в таком ракурсе он практически не выделяется, этот зеленый на суппортах. Причем ободочек у нас и золотистый, и все, короче, как положено. Вот, и наш болид Toyota Celica, на удивление, получился классный. Езданем на ней, езданем. Драг рейсинге. А как турбо у нее раздувается, интересно. Ай, малышка. О, народ уже собрался. Уф, 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 уф. Пошла. Ох, до девятки почти крутит. Ничего себе. Как это я свернул, а? Ох, ну я ж давно не ездил. Блин, а чё он пролетел-то, ё-мо? Ну вот это странный заезд, я не понял, не понял. Финиша меня обогнал, ё-моё. Двадцать пять десять, так это долго, блин. Мы второе место и финишировали даже меньше 24 секунд. Блин, я в шоке. Но, кстати, тачка удобна тем, что крутит до девятки, а это именно такой вот промежуток времени между переключениями передач. Ты успеваешь внимание держать и на дороге, и знать, что до девятки практически крутится мотор. Нифига себе, Toyota Celica. Давай, Ябыч, последний шанс. The last chance. Отлично. Сыграем по-грязному. Раз ты, дядя, такой умный. Есть, раскрутили хорошо. Есть. Я доволен. Есть. Вот это четко было. А теперь как пуля. А теперь как пуля. 25-90. У-у-у.
Да, не просто переключать здесь передачи, особенно вторая, она какая-то длинная, не пойму вообще. Хотелось бы результат поудачнее, но время тюнить вторую сюрпризную тачку. А это Dodge BMW E36. М3 это М-ка. Так это не 36-я. Кажется, у нее... Да нет, вроде 36-я. Хороша. Ну, я пошутил. Такой машины нету в карьере, но есть сайт, где можно взять для вас любимую тачку и ее заменить Need for Speed Underground на имеющуюся в списке. Мне понравилась вот эта машина, потому что она соответствует более-менее эпохе тачек, которые здесь есть. Конечно же, занимаемся прокачкой под капотки. Ставим турбонаддув. Бэху троечку, М3. Ставим хороший, есть ей тормоза. А также облегчаем вес ей. А также делаем что-то с подвесочкой, она ниже садится. Блин, она мне, если честно, вот так вот в стоке больше нравится. Может, не... И у нас покраска кузова, пацаны. Самое интересное, какой же ей цвет идет. А ей заразе идет... Ух, какой запах у нее. Заразе идет любой цвет, который тут есть. Просто уникальная машина. Но в дань уважения такой классике, вот в подобные желтые цвета она очень часто окрашивалась и ездила по дорогам. Да и до сих пор ездит, и внешка этой машины нравится всем, я думаю. Тут спорить нет смысла. Единственное, что можно попробовать перламутровый какой-нибудь желтенький. Ай-яй-яй, мне не нравится. Вот, вот это уже куда интереснее. Кстати, похож на живой ее цвет. Тоже хорошо, но слишком старит. Но это желтый неплох, реально. Ой, как хорошо, ой, как отлично. Если переднюю нельзя заменить, значит, наставим вот это. Это таксишная шашка. А есть еще вот это. А вот это тоже хорошо. Но она как-то вот стрёмно смотрит. Это более такая классическая. Пусть она будет. Класс. 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 Да, хорошо. А вы оцените в комментарии, хорошо или нет. И лайком. Также лайком. Поддержите видео. Спойлерочек мы сейчас увидим. Ой-я, вот это да. Вот это да. Флайт прям просто пушка. Ё-моё. Ух. Ух. Хорошо с этим плавничком смотрится, интересно. Блин, хочется прям его оставить. Если бы он был еще задрат кверху больше. Квадраты еще не дают нам капот установить. А вот дают установить на крышу воздухозаборничек. И получается, можно вариант выбрать вот такой. Как вам? Он, в принципе, неплох. И явно он рисовался под эту машину. Но давайте просто оставим офсет. Будут у нас видны через стекла. Мы их, может, тонировать не будем. У нас видны теперь в салоне распорки. Это вообще прикол классный. Вот диски какие хорошие на ней, вот стандартные. Вот BMW, конечно, рисовать умеет. Умеет. Молодцы. Классно вообще. Особенно вот... Говори. Но они какие-то малюсенькие. Вот эти звездочки в N-ке тоже хороши. Что-нибудь под стайл BMW, то, что мы бывает видим. А вот сейчас вот они стоят, да, эти... BBS, и вот как-то вообще не теряется. Но я больше... И немножко приподнял я машину.
для того, чтобы диски не казались слишком утоплены. И давайте мы их немного подкрасим. Выберем оттенок какой-то правильный, может желтенький. А и вообще смотрится неплохо. Есть золотые, можно золотые поставить. Подкрасим выхлопную трубу. Ай, какой шильдик сзади М3. Здесь полосочки на решетках, на ноздрях. Так, выхлопную подкрасить в серый, хорошо смотрится. Немного большой, но ладно. Вот этот хорошо отблескивает. Его и видно, и не видно. Желтенький хорошо смотрится, зараза. Под золото покрасить. Желтый слишком вычурно. Вот такой. Хочется, чтобы его видно было. Хотя бы немного. Давай вот это. Хорошо. Стекла установлены. Хорошо. Слабенькая наклеечка была стилом. Давай стилом поставим, почему нет. Так, боковые двери. Ну давай сверху. Стилом. Хорошо, мне нравится. Давайте и сюда NX установим наклеечку. А здесь не будем. Вот так оно будет все. Интересно выглядит. Давайте мигающий оранж и желтый. Блин, да тут все хороши. Тут надоел цвет, поставил другой. Зеленый. Ну, зеленый хорошо оттеняет машину. Интересно, блин, мне синий нравится. Он как будто бы не входит в общую композицию. Желтый хорошо. Оранжевый хорошо. Хорошо. Gold Neon вообще шикарен. Ну, может быть, с винилом поработать? Совсем чуть-чуть. А он не устанавливается, представляешь? BMW M3. ВХ-троечка готова. Хорошо смотрится. Давайте же ее заценим в драг-рейсинге. Ух! Давай, желточек, мы сейчас нещадно будем просто газовать. Просто нереально газовать будем. Вторая передача какая-то дерганая. Уже на пятой. И все равно за ними не угнаться. Они просто какие-то сумасшедшие. Просто монстры. Просто монстры, они меня делают. Ничего. Давай, желток. Мы просто нещадно используем нитро. Я не вижу больше другого способа, как за ними угнаться. Просто нереальный заезд. Второй 2784. Ух. Вот тут мне понравилось соревноваться с ним. Желточек, ну давай. Я просто не понимаю, что происходит. Как у них передняя передача быстрее, чем моя пятая.
Давай! Блин, чертовы фишки, они все испортили. Просто корова, я не понимаю. Я не понимаю эту машину. Что с ней происходит? Ну давай. Давай! Ух, вот это хороший заезд! Ебать, 25-32, я извиняюсь. 25-32, ну наконец-то, блин, наконец-то. Просто как стрела, просто как стрела. Просто как стрела, ну давай еще раз. Давай, желточек. Есть! Просто нещадно, мы просто выжимаем все с этой тачки. Просто пушка. Нет, без нитры вообще эта машина не едет. Dodge Neon — это начало карьеры, поэтому не удивительно, что он так себя ведет. Все, я весь в игре. Все, все. Все, все отлично, все, все хорошо. Отлично, все прекрасно. Давай, 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 желточек. Просто на всех парах мчимся. Просто мы должны вырваться. Давай. Давай, я тебя прошу. Давай. Давай. Должны вырваться, я тебе говорю. Мы должны сделать этот заезд. Есть! Просто ракетка. Просто, просто. 25-36. Нормалек. Хорошо. Блин, я уже не верил в эту тачку, честно. Имеет смысл, какая машина с тобой соревнуется. Кто бы что ни говорил, аркада, мол, Need for Speed. Попробуйте зааркадить с Тибуроном. Попробуйте зааркадить с Эклипсом. Блин, тачка прикольная. Мне нравится. Это действительно уже похоже на соревнование. Никакого отрыва у тебя нет, все по-честному. Выжимаешь с тачки максимум. Да еще и внешка такая красивая, BMW M3 получилась. Желток, мое почтение. Оцените комментарием под видео, как я заделал тюнинг на этой машине. Эмоции переполняют. Нравится ли вам Need for Speed? Какая часть вам нравится? Напишите. Спасибо за то, что смотрели это видео. Если не смотрели предыдущие, посмотрите предыдущие видео по Need for Speed Underground. Так что, поиграл. До новых видосов.